скорее! Мы долго не протянем! Я уже иду! Держитесь! Я вас вытащу! Уровень заражения 98%. Уничтожение. Хватит болтать! Действуем! Смотрите, кто пришел! Я вам не мешаю. Ты больше не герой. Хочешь еще? Больше нечего. Ты никогда не успокоишься. Уровень заражения 100%. Начинаю. Прячьтесь, я разберусь с этими жестянками. Ты здесь? Пока да. Вот вакцина. На всех хватит. И на этот раз она поможет. Должна. Будем надеяться. А, больно! Как ты это сделал? А? Помогло? Отпустила. Ну-ка, все в очередь. Будем делать укольчики. Этот робот. Его могла послать только Гвен. Значит, она жива. Я знаю, она жива!
Гвен, ты жива? Я здесь. У меня есть вакцина. Настоящая. Гвен? Гвен? Нет. Нет, так нельзя. Я же спас тебя. Я сделал все, чтобы тебя спасти. Держись. Ради меня. Гвен! Гвен, не сдавайся! Ради меня! Не сдавайся! Гвен! Ты знаешь, что ты единственная. Когда я впервые увидел тебя на физике, рядом с тобой мне было так легко. Я хотел быть с тобой, даже когда поклялся уйти. Я просто хотел любить тебя. Я не могу без тебя жить, Гвен. Паркер, в жизни не слышала более слюнявой пошлости. Гвен! Ты... жива. И мне гораздо лучше. Вакцина работает? Еще как. Питер, все нормально? Как ты, вот что важно. Мне лучше. Вот они, будни Оскорб. Не верится, что тебе хватило сил перепрограммировать робота. Новые модели все равно тебя атакуют. Наверное, у них другой протокол работы. Тут явно без Смайта не обошлось. У него осталось достаточно роботов, чтобы контролировать ситуацию. Не уверена, что кто-то ее контролирует. Где Смайт сейчас? Он выпустил С-02 и исчез. Это робот-змея. Он должен убить тебя. Думаю, Оскорб пересматривает условия его договора. Думаешь, мы сможем взломать компьютерную систему и отключить остальных роботов? Алистер Смайт писал коды сам, так что вряд ли. Такого ответа я и ожидал. Ты пока отдохни. Скоро мы отсюда выберемся. Осторожно, Гвен. Летать на паутине в помещении не то, что снаружи. Держись покрепче, скоро мы будем у меня дома. Питер, я в порядке. Гвен, ты чуть не умерла. Тебе надо... Нет времени. Сначала надо кое в чем разобраться. В наших отношениях? Нет, Пит. У тебя полно других дел. Люди так и не поняли, что тут произошло на самом деле. Они думают, что злодей — это ты. И сколько нам еще расставаться? Мне надо позвонить в полицию. Я знаю людей, которые работали с моим отцом. Они меня выслушают. Обещай, если тебе станет... Пит, я здорова. Благодаря тебе. Иди. Получилось. Глазам не верю. Надо сказать Коннорсу, что Гвен спасена. 10:20. Сообщение о краже. Отбой. Проверили испортить вечеринку. Он не такой большой, но у него огромный шип на хвосте. Пора начинать. Я нашла еще одну секретную лабораторию. Я ведь лучший репортер на планете, так или нет? Можешь не отвечать, так что прошу. Да, спасибо, мисс Ченг. Я готов к апгрейду. Будем надеяться, это не прострельная система вентиляции. Что они задумали. Они не знают, что их ждет. Как
как-то остановить его. Что, устал, малыш? Пора оттаскать тебя за хвост. Как-то остановить его. Устал, дружок. Я слышал лучшее средство от способа плевать его перепуга. Ногой в личико. Думаю, если надо уделать всю комнату. Остановите его! Доктор, вакцина помогла. Гвен и ученые спасены. А что случилось? Ты смотрел новости? Они хотят закрыть весь остров на карантин. Боятся глобальной эпидемии. Я стараюсь поставить вакцину на поток, пока вирус не вырвался за пределы Нью-Йорка. Как вы? Думаешь, меня простят? Когда вы спасете весь город, вас поймут. Не город. Моя семья. Все поймут. Я в этом уверен. Мы восстановим в городе порядок. Все будут спасены.